Упражнение на мешке «Цветок» – это работа на руки, на, так скажем, на силу. Работа такая, обычная. Делаем два бока вверх, два корпус, два вверх, два в корпус. И так делаем 20 повторений. После 20 повторений 10-15 секунд на отдых и опять же работаем эту же комбинацию и работаем по 4-5 подходов. Делая работу, можно делать то, два вверх, два вниз, или же миксовать. Вверх, вниз, вниз, вверх. Делаем это в быстром темпе. И если у кого есть силы и так далее остаются, то между подходами надо делать 10-15 отжиманий. Работа в быстром темпе выглядит так. Как сейчас мы сделаем один круг этого упражнения. Называется «Цветок». Делают от 12 до 20 раз. В зависимости от ваших подготовки. На прессе я выполняю тягачий пресс после тренировки. Обязательная процедура на то, чтобы укрепить свой корпус. На пресс выполняю около 5-6 упражнений разных видов. Каждое упражнение делается минимум 4 подхода. Первое упражнение – это обычное. Ставим за спину руки крест-накрест и вытягиваем их до таких пор, чтобы они до конца сходились почти до лопаток. И делаем минутное упражнение. Одну минуту качаем без остановки. Короткие. В течение минуты делаем такие вот движения. Это первое упражнение. Делается 4 подхода. В общем 4 минуты с промежутком 30 секунд. Следующее упражнение делается. Опять один ног. Руки ставятся. По бокам, раскидываются руки, ложимся на спину и руки ставятся по бокам, раскидываются в стороны и поднимаем ноги. Это закачивает нижнюю часть пресса. Пошли. Самое главное в этом упражнении – держать ноги прямо всегда с вытянутыми носочками. Следующее упражнение. Это тоже упражнение было 4 подхода. Делаем по повторению 20-25 раз в зависимости от ваших физических возможностей. Следующее упражнение. Делаем упор лежа. Тоже на пресс. Делается один подход. В промежутке от 1 до 3 минут. Тоже зависит от того, как вы физически готовы делать. Упражнение стоит вот так. И продолжается от 1 до 3 минут. По истечении времени вы берете перерыв в течение 30 секунд. А затем опять становитесь в этом же положении и работаете такую работу. Делайте каждой ногой повторение 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, 20 раз, каждый ногой по 10. Достаем коленями до, так скажем, трицепсов. Следующее упражнение. Вытянутые ноги держим в течение минуты. От минуты до 3. Тоже зависит от вашей физической подготовки. И последнее упражнение. Это обыкновенный пресс, когда закачиваем полностью. Поднимаем упор лежа. И качаем с прямыми ногами. 100-150 раз. Раз. Два. Я делаю повторение 10 раз прямые, 10 раз в сторону. Раз. В общем, 10 так. И опять 10 прямых пошло. Так, 100 раз. То есть получается 50 прямых, 50 в сторону бока. Вот это упражнение 100 раз делается с одного раза все.
без каких-либо повторений подхода. Один подход 100 раз. Затем мы качаем боковой пресс. Становимся лежа. Ставим ногу в такое положение. И качаем его под 40-50 раз. Левую сторону. Затем переворачиваемся и качаем правую сторону. После этого идем упражнение, делаем такое. Касаемся локтем колена. Желательно вытянуть колено и локоть. И так, чтобы предсказательно не было в середине тела. Раз, два, три, четыре. 40 раз, один подход. Все это делается без перерыва по другому циклу. И если у кого-то еще есть силы и так далее отработать, то могу делать упражнение такое. Вытягивать руку и качать этот корпус вот так. То есть 50 на одну руку, 50 на другую. 50 раз. Делаем его. Такие упражнения работы на пресс. Также, если у вас есть возможность, работайте на брусьях. Последний подход. Ставьте руки упор к брусьям. Ставьте упор к брусьям. Опору на локти принимаем. Тело полностью расслаблено. И поднимаем ноги вверх-вниз. Вверх-вниз 20 раз, 4 подхода. Успехов! Mm-hmm.